Четыре соседки, и что-то женщины попадаются. Правда? А мне не попадаются женщины, только мужчины. Ничего себе. Значит, вам повезло. Наконец-то, мне повезло, вы что вы мужчины, да? А вы мужчины ищете, вы женщины ищете? Я никого не ищу, да просто так поговорить, пообщаться, может, кого-то уму-разуму наставить. А, да, отлично. А так о чем вы с женщинами разговариваете? Кто, какой контингент женщин? Кто там? Ну, я... Да вот сейчас перед вами тут была одна с Британии там. Только начал говорить, что у меня много детей. Я забрал со школы, потому что детей в школе учат, что там я тебе, если ты девочка, мы тебя можем мальчиком сделать. Она, ах ты дрянь такая, ты обозвала меня и выключилась. Кошмар какой. Что не так с ними, Британии? У них, наверное, в Британии еще все серьезнее и печальнее, чем у нас. У нас-то еще более-менее, наверное, да, в консервативных штатах. Да, так вы пойдите. Лондон, просто на YouTube, Лондон, бомжи, напишите, Лондон, там снимают именно лондонцы, там туристы, это просто тихие, там палатки, я не поверил, вот где-то, может, месяц назад смотрел, я не поверил, как будто ты идешь какой-то на гарбичной свалке, банки, бумаги, там наркоманы, скрюченные ходят там, это в центре Лондона, а потом они говорят, а я поехала в Москву, там и женщины, и мужчины там снимают, чистота, ни фантика, ничего не найдешь. Калифорния, вот это даже, Лос-Анджелес, все тоже, там тысячи палатки просто стоят, палатка, крысы бегают, там, что только там нету. Вот это цивилизованные страны, которые хотят других научить, как жить. Не говорите. Позорище, что можно сказать, позорище. А здесь какой контингент девушек? Это ты не новые наши беженцы, это ухилянты с Украины, не эти в основном попадают? О, попадаются, да. Вот она же с Украины, приехала туда, в Британию. И вот это же она начала все. Они же там на Украине сейчас узаконили, это наркоту эту зелье узаконил и пидорастию узаконил. И сколько людей гибнет. А вы ничего, скоро все закончится. А вы в каком штате? Я на Аляске, с Аляски. Когда вы будете там этот, Аляску, Народную Республику делать? Да она сама отойдет, как Крым отошел, и Алясочка отойдет сама. Они сами себя здесь уничтожают. Наш человек. Я имею в виду Штаты. Ну, да. Как Римская империя, она сама распалась. Из-за чего? Потому что у них вот это было разврат, вот это все у них там многоженство. Другой, третий. У меня одна жена, я никогда не изменял, не гулял, и она мне родила 12 детей. Ничего себе. Поздравляю, вы молодец. Спасибо. Она еще 13-ю девочку хотела, хотя у меня последняя Виктория, девочка. Она, Виктор, я хочу еще одну девочку. Говорю, Надюшка, ты уже у меня старенькая, мы уже старенькие, какая тебе там уже девочка, забудь уже. Ну, на Аляске, да, хорошо, вам там недалеко будет перебираться. Мост построим вместо Крымского моста, такой же мост там через Аляску. Там же какой-то остров есть, да, в промежутке? Вот до этого острова, там два острова уже на Россию. Два острова, да. А? Ну, между прочим, Россия уже все подготовила сделать под землей туннель, чтобы там и поезда ходили, и машины ездили под землей, это как... Почему? Потому что там бывают айсберги плавают. Угу. Они уже проект есть, все, Россия подготовила, а Аляска не хочет как бы. Слушайте, ну вам хорошо на Аляске, вы близко. Мы вот в Техасе, нам как-то сложнее будет. На Кубу, разве что на Кубу сначала туннель, а уже с Кубы. Честно сказать, вот честно сказать, вот я когда встречаю таких красивых и умных женщин, особенно я ставлю больше упор, что вы умная женщина. А если умная женщина, и приятно говорить, даже у меня слеза уже катится, приятно с вами разговаривать, что вы умная женщина, вы не глупая женщина. Вот это мне очень приятно. Ну, спасибо. А вы определили, потому что я трезво размышляю, да, в плане политики? Да, конечно, вы правильно говорите. Да. Давайте я вам покажу семью свою. Телефон будет переворачивать, а то бывает выключается. Так. Вот так видно? Вот так видно, да? Видно, да. А как вы на коляске оказались и когда? Ну, семья просто, да. Конечно, суперовская.
А это моя свадебная, вы Ой, свадебная. какие вы, да, прям оба красавчики. Красивая семья, дети Да, красивые. спасибо. Поэтому, конечно, Да. такой семье надо 12 и 13 даже детей спокойно можно было Да, родить. да. А как вы на Так вот, Аляске говорю, мне оказались? говорят, там, хлопцы говорят, я давно уже, я, короче, в Орегоне прожил 4 года. И вот это ж там начали учить уже в то время, там вот это все, это, ну, это, Ну короче, да, он разврат уже это. знал все То это, я их да. забрал, я всех их воспитал в школе, нанимал учителей, потом дочка учила, потом интернет пошел, у меня последние дети уже по интернету заканчивали Ну, школу. хомскулинг, да, домашнее образование, домашнее обучение у вас. Да, хомскул. Да. Ну, Вот смотрите, у меня Оксаночка тут, смотрите, какая красавица. Ой, какая лапочка. Уже жених есть? Или замужем уже? Трое детей. Трое детей. Да, это вот свежая фотография, она мне только то есть послала. Где-то, вы уже может, месяц. дедушка, да, во полной программе? Уже 24 раза дедушка. Ничего себе! Ну, вы знаете, я за вас рада, потому что хорошо у вас род передается. Уже как бы вы свою программу выполнили, да, след выставили для нашего рода, про это продолжение. Это самое главное. Да. Я считаю, ну мы в Техасе не Дочка остаемся. У меня купила. У нас уже, знаете, там Техасская Народная Республика, это уже все подготовлено к этому. Техас же был республикой раньше, поэтому нам будет несложно отсоединиться, если так делать. Они хотят отделиться. Я думаю, в будущем Америка развалится там, ну как минимум на пять регионов. Там Оклахома, я знаю, хотя там Техас, Калифорния, особенно где нефть есть, какие-то ресурсы, они хотят отделиться. Потому что Белый дом поедает все деньги на войны. Ну, вы правы, вот аналогия с Римской империей, она очень подходит. И я вот читала книгу, недавно выпустили, тут американец один выпустил, называется «Control Demolition of American Empire», то есть это контрольное разрушение Американской империи. То есть они сами считают сейчас, что они создали это империя, и все империи разрушаются, они почему-то все это к России почему-то применяют, это разрушение империи. Но они не применяют часто к США, а США такая же точно империя, которая точно так же натыкала баз по всему миру, и, соответственно, финансово в свое время Римская империя не потянула, а также Америка, они просто разрушаются сами по себе. Но у вас есть планы какие-то? Они точно... У вас есть какие-то планы самим на родину переехать в итоге? Сейчас новый закон о репатриации вышел, вот с января Владимир Владимирович подписал новый закон о репатриации и гораздо упростили процедуру репатриации. То есть раньше был только закон о возвращении соотечественников, сейчас две программы – возвращение соотечественников и репатриация. Из Германии народ просто... Табуном бросился, как вот это открылся закон о репатриации, просто табуном ломанулся. Я слежу в группах в Телеграме, там каждый день 1000 человек добавляется в эту группу, там уже более 30 тысяч, и там, ну, волонтеры на добровольных основах, немцы, наши русские немцы, которые вернулись уже, они помогают людям с документами, там какие у них, ну, у них с Европы другие требования. Вот, к тому, что дети, у вас очень много детей, внуки, вы не хотите как бы потихонечку их передвинуть? Ну, у меня старший сын, Майкл, Михаил, он уже переехал 4 года назад, больше чем 4, он на Алтайский край уехал, сейчас там строится, помогаем Прекрасное ему, место. Он уже уехал, у него тоже трое детей, короче, давай, папа, я говорю, ну, может быть, ты их протоптал. Просто мне будет тяжело, много родственников, еще много детей, они уже практически все поженились, замуж выходили. Чтобы всех их собрать и уехать, это будет очень тяжело. У них свои дома есть, у них свои там бизнеса есть, все это. Кто его знает, это тяжело будет. Ну это все, мы все на Аляске живем, все на Аляске. Ну понятно. Ну, если совсем будет тяжелая ситуация, то в принципе есть куда возвращаться. Да? Один сын там уже базу подготовил, корни пустил.
Ну да, вы знаете, у нас продуктов, вот если что-то случится, даже электрики нет, у меня свой генератор есть, у меня своя вода, артезианская, из-под земли прямо идет. Я про Clearwater Lake, я жил рядом. Даже так вот через лес я прошел 5 минут, просто из-под земли, и зимой, и летом идет такая чистейшая вода, такой Ну, песок белый, такой идет водичка. Аляска наш, Аляска наш. Наша, все наше, тюрьма и не буду говорить плохих Да, слов. Я не говорю. Аляска должна Да, я не... вернуться. Ну так я всегда говорю, Крым. Крым же никто не забирал, он сам вернулся. И Алясочка сама. Они когда развалится, и Алясочка перейдет сама, ее не надо. Тем более Аляска это темное дело. Ни документов нет. Я Деньги не согласна. дошли в Петербург в Радугу. Однозначно. И вроде деньги эти пропали, то есть и денег не получили. И теперь ходят прямо достоверные сведения о том, что это была аренда на 100 лет. И 100 лет уже прошло. Поэтому Да, это да. была никакая не продажа. И документа на самом деле никакого особо, что это была продажа, нет. То есть есть именно разговор о том, что это было Пойдешь. пользование на 100 лет. Пойдешь, допустим, Конгресс библиотека, это library, Ага. там должна быть копия билла сейла. А там никаких документов нету с этой сделкой. Это темное дело. Да, пока Россия и Советский Союз были ослаблены, они, конечно, ну, американцы сидят и знают, что никто не придет за Аляской. Но когда дело дойдет, оно дойдет, то я думаю, что документы, подтверждающие, что это не было продажи, осуществлено документально, оно потом все это всплывет. И все это будет легально переход. Так же, как было с Крымом легально, так я думаю, что и с Аляской будет легально переход. Но я думаю, вот у меня Да. такое как бы есть предчувствие, что вернется Аляска в родные Так тут берега. где-то 15 лет назад я тут с одним аборигеном разговаривал, он говорит, Виктор, мы, говорит, уже 20 тысяч петиций собрали, 20 тысяч подписчиков местно, именно вот эти тут и 4 как нации, там Атабаскан, там еще, я забыл, там, типа Чукчи, которые там возле моря, там в центральной Аляске. Они буквально за несколько дней 20 тысяч сразу же. И что-то оно затихло. Короче, они требуют, они подали 20 тысяч петицию, чтобы вернули Аляску России. А я говорю, а почему? А почему? Что вы не хотите? Да, говорит, когда мы были под Россией, мы, говорит, охотились, рыбачили, никаких запретов. А когда, говорит, передали американцам, они, говорит, загнали нас в резервации, там лимит сделали, мы не можем не охотиться. Ну, у них, конечно, больше лимит, чем у простых американцев. Но все равно, мы, говорит, котики морские, там то-то, говорит, там следят, арестовывают нас, мы, говорит, ничего не можем делать. А когда, говорит, мы, говорит, были под Россией, говорит, никаких запретов, что хотели, то мы делали, охотились, рыбачили. Они тоже этим выживают. А вы знаете, что Аляска, Вашингтон, Орегон, именно побережье, и Северная Калифорния, это все был 250 лет назад, это все был русскоязычный Ну, там же народ здесь. Форт Росс есть в Калифорнии, до сих пор там Форт Росс. Они устраивают там русские традиционные мероприятия каждый год, ежегодно в Форт Россе. Там они пушку ставят, стреляют. Народ одевается в русские Да. костюмы, ходят в Форт Россе. И там же и речка русская, и Да. винодельни какие-то русские. Там туда копни в Калифорнию, там столько всего. А вот это вот Юнона Войс, помните вот это вот рок-опера? Я недавно ходила, я была в России и ходила на этот рок-оперу. Так там же вот все было, как в Калифорния была тогда в Испании, часть Калифорнии. А у наших, у русских, там вот этот форт был и база. И вот эта ж любовь была между этим нашим генералом, да, и вот этой вот дочкой губернатора этого Калифорнии, ну, с испанской стороны, это еще Испания была. И вот эта вся рок-опера построена на то, что они помолвились, оно там у них любовь случилась, и он, значит, уехал и заболел и умер. А она его ждала всю оставшуюся жизнь, так она его любила, и ушла в итоге она в монастырь и умерла, никогда замуж не вышла. Молодец. Есть верные жены, есть верные жены. Как Представляете? жены декабристов. Такая красивая рок-опера, я прям весь зал плакал, рыдал. Вот. Да. Очень так все это было драматично, красиво.
Вот, ну я поняла вашу этот, политику, надо идти, найти кого-нибудь поскандалить с кем. Да я не политик, я просто, я вижу политику, но сам я не политик. Ну все с вами понятно, правильно, как вы идете, товарищи. Дядька, он, короче, хотел проверить сына, как бы узнать его будущее. Он, короче, положил Библию на стол, там деньги положил на стол и алкоголь. И ушел с дома и говорит, вот то, что он возьмет, вот таким он и будет. Угу. И он, короче, там через другую дверь там смотрел за него. Короче, сын приезжает с работы, все это посмотрел на столе и берет деньги, взял деньги, короче. И папа говорит, слушай, если ты взял деньги, значит, ты будешь политиком. Хороший анекдот. Прям в точку, да? Ну, а правильно, они у нас, следите, в Белом, ну, вот в Конгрессе. Приходят в политику голые боссы и уходят с миллионами на счетах. Он Нэнси Пелоси. Сколько там стоит? Сейчас говорят, 200 миллионов у нее, наверное, если не больше, в кармане. А рассказывают, какая коррупция в России. Посмотрите на коррупцию в этой демократической стране. Вот где коррупция, так коррупция. И коррупция – это такие взятки, коррупция... как распиливают бабло. Там российским политикам и не снилось, как тут распиливается в Америке все. Коррупция в любой стране есть, но ее надо потихонечку искоренять и сдерживать. А так в любой стране. Украина – это вот тут любой. Вот смотрите, пойдите там, Скотт Риттер, там, Даглас Макгрегор, там, Лавренс, бывшие вот эти КГБшники, ну, эти... Короче, я не хочу по-английски говорить. Они такую правду говорят, они такие вещи говорят, это просто я удивляюсь, и не боятся, говорят. Ну как не бояться? Он недавно, кстати, же Скотта Риттера сняли с самолета, да, паспорт забрали. Вот вам и не бояться. Да, не боялись, не боялись, да, да. А чем закончилось? А смотрите, не дали прилететь. Хочешь, я сейчас вам чудеса покажу, хотите посмотреть? Ну, покажите, я тут, да. Короче... Года 3 назад, наверное, было. Сколько, да, прошло? Сейчас. Короче, тут у нас есть такие места, что просто это сказка. Вот смотрите сейчас. Только мне скажите, чтобы я правильный телефон поставил, чтобы вы видели. Вот так, хорошо видно? Видно, есть, да, экран, видно, да? Да? Сейчас я громкость сделаю, громкость. Окей. Вот так хорошо, да? Да, видно. Сейчас. Это лед, короче, толстый, висит. Ничего себе. You guys, you know, I'm just on nothing. Big rocks there. Вот это вот полностью, вот этот вот весь слой, весь лед, да? Да. Это лед и река. Летом река течет здесь, летом. А зимой это превращается как ледяной мост. Угу. Как интересно. Знаете, я хотела, а у меня дочка все хочет поехать в круиз на Аляску. Вот, а я любительница, знаете, больше теплых мест. Ну, вот теперь прям заинтересовалась, может, и съезжу. Потому что она у меня любительница холодов и не ездила недавно в Антарктиду. Она в Антарктиду, представляете, поперлась на экскурсию. Тут такие красоты есть места, это просто слов нету. Угу. Ну, понятно. Ну, в общем, Аляска наш. Вот. Ну, ладно, я побежала. Вам хорошего вечера. Да. Может, еще увидимся. Да, спасибо. Я хочу найти... Спасибо. Как вас звать? Как вас звать? Юля меня зовут, а вас как? А, Юля. Меня Виктор. Виктор. Очень приятно, Виктор. Ну, еще увидимся, может, поболтаем. Всего доброго вам. С днем отца, кстати, сказать. Спасибо вам. Happy Father's Day. Спасибо вам, что вы умная женщина. Наши вот люди. Это для меня самое главное. До свидания, всего доброго. Спасибо. Давайте, все бабки. Короче, посылаю вам шарики, если пойдут. Но не хочет, то не идет. Монтаж. Ну, тут обычно вылетают такие, что-то не стало. Такому классному этому отцу, да, такому вот так сердечко. Ну, я имею в виду, я так два пальчика когда делаю, они такие там, как этот, фаерворк, вылетает, ну, бэкграунд. Я поняла. Ну, что-то тоже. Перестало. Может, потому что у меня... Давайте, всех благ. Всего доброго, до свидания. Здоровечка вам. Вам тоже, деткам тоже, всего доброго. До свидания.
Слушайте, ну вот наш человек, да? Не какой-то там Бабичев, который живет и этот, никакого пророссийского у него нету понимания и понимания американской жизни. Вот человек, видите, понимает прекрасно, что ЛГБТ, что Америка разваливается, скорее всего, что Аляска отойдет, да? В нужную сторону отойдет. Я с ним полностью согласна. Еще бы нам вот Техас, был бы Техас так близко к России, как Аляска там граничит, да? А насчет документов, это я, ну, в американских источниках читала, что нет доказательства на самом деле, что была Аляска продана. Так что, я думаю, наше правительство об этом тоже знает, и у них есть наверняка все нужные документы, доказательные о том, что Аляска не была продана, а, скорее всего, была в аренду сдана. И прав, Виктор, что в библиотеке Конгресса нету, они не могут предъявить. Есть какие-то документы с нашей стороны, я это опять-таки читала в американских источниках, что разговор шел об пользовании на 100 лет, а не о полной продаже. То есть пользование 100 лет, и все. И поэтому, может быть, такая как бы конфликт все время с Россией, с США, потому что те знают, Россия может в любой момент предъявить права, сказать, извините, аренда-то закончилась. Вот. Но тут нужно, конечно, убедиться, что у нас есть все средства. Или дождаться, когда все развалится, и Аляска как бы демократическим путем отсоединится, как Крым, и присоединится. Да? Ну, подождем. Вы знаете, как говорится, жизнь такая интересная штука, всякое может случиться. Вот. Ну, приятного просмотра. Подписывайтесь, будет много новых роликов. Я немножко теперь освободилась, буду в рулетку заходить. Хочу найти Бабичева, порвать его, как тузик грелку. Передайте ему, что я его ищу.